Сегодня в память о погибших во время Великой Отечественной войны во время фестиваля Red Fox Elbrus Race было торжественное возложение венков. Также сейчас на поляне Азау мы видим награждение победителей и призеров фестиваля Red Fox Elbrus Race в двух категориях. Это старт с поляны Азау и старт с бочек. Абсолютными победителями стали среди мужчин Марков Евгений, занял первое место. Чингиз Байкашев стал вторым, и третьим финишировал Виталий Чернов. У женщин на пьедестале на первом месте Елена Кравченко, на втором месте Наталья Руденко и на третьем месте Наталья Сергеева. Сейчас мы видим окончание церемонии награждения и официальное закрытие фестиваля Red Fox Elbrus Race. Друзья, спасибо, что были с нами на протяжении этих замечательных дней стартов. Мы с нетерпением ждем фестиваля следующего года и будем рады принять вас здесь, при Эльбрусе, на поляне Азау в следующем году. Увидимся!